Отлично. Как вы себя чувствуете, Яна? Все хорошо, да? Великолепно, очень жду встреч. Отлично. И у нас остались 10 вопросов к куратору Яны. И мы сейчас будем делать запрос и приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Яны. Он здесь, там мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя. Яны, представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я приветствую всех вас. Очень неожиданно, что вы снимаете маски и голограммы. В ваших энергиях и вибрациях трудно, чтобы кто-то чужой захотел к вам. Вы знаете, наши кураторы нас так воспитали. Попасть и обжечься. Я понимаю. Это приятно, да. Что вы соблюдаете меры предосторожности. Да, благодарю вас. Представьте, пожалуйста, как мне к вам обращаться. Мы уже встречались. Мое имя Крокус. Крокус, прошу прощения. Безусловно, уважаемый Крокус, очень рад видеть вас в нашей комнате диагностики, как и обещал. Мы не прощались, поэтому... Яна собрала 10 вопросов, которые она хотела бы задать вам. Будете ли вы так любезны, уважаемый Крокус, ответить на эти вопросы? Да, я постараюсь максимально полно ответить на вопросы о развитой душе, чтобы в дальнейшем продвинуть ее развитие к осознанности. Замечательно. Я начинаю с вступления. Я очень благодарна своему куратору Крокусу, что он пришел ко мне на чистку. Спасибо, что научил меня согреваться красным пламенем внутри меня. Я больше не замерзаю. Я также за возможность задать вопросы. Наверное, хотела сказать, также хочу по этой возможности задать вопросы. Итак, я также благодарю за возможность задать вопросы. Благодарю, она потеряла, безусловно. Да, слова «благодарю» не хватает. Благодарю вас, Крокус. Первый вопрос. Какая задача и цель моей души в этом воплощении на Земле? Твоя задача и цель в этом воплощении – это контроль эмоций, что у тебя прекрасно получается. Твои эмоции находятся в определенном балансе. Именно поэтому у тебя такие разносторонние увлечения и определенные дефекты, я бы сказал. Твоя душа развивается, проходя этот путь. В данном воплощении ты учишься балансу и гармонии в эмоциональном теле, находясь в физическом теле. Это трудно себе представить, но все должно быть в гармонии. Тонкое тело вместе с биороботом человека, живущего на Земле. Если какое-то тело беспокоится, вроде ничего не болит, но ты чувствуешь волнение где-то рядом, в одном из твоих тел, если ты понимаешь, что это, ты реагируешь, эмоционируешь, срываешься, понижаешь свои вибрации. Или же меняешь реакции, ищешь причину, удаляешь нервозность, найдя причину. Ты просто понимаешь, почему, и удаляешь это, решаешь эту проблему, а не прячешь ее где-то глубоко до момента, что она настанет, что она станет беспокоить тебя. Вот твоя душа научилась справляться с эмоциями, научилась искать причину беспокойств вокруг себя, выводить ее на поверхность и правильно реагировать в дальнейшем. Сохраняя этот баланс, так как пройдя этот баланс и реагируя правильно, твоей душе легче развиваться. Какие-то мелочи не затрагивают тебя. Ты не обращаешь внимания на негативных людей и в данный момент даже мало сталкиваешься с ними, потому что ваши вибрации разнятся в большом диапазоне. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Крокус. Перехожу ко второму вопросу. Каковы мои таланты и дары, которые я могу развивать, которыми я могу развивать себя и поделиться с другими людьми?
Твои дары – это то, что ты можешь делать руками, успокаиваясь, развиваясь и обучая других. Искусство в твоих руках вместе со сбалансированным душой и телом. Благодарю. Благодарю вас. Третий вопрос. Кем я была в прошлой реинкарнации и какой опыт приобрела? Прошлая реинкарнация, я так понимаю, вопрос про планету Земля. Давайте будем смотреть вместе. Давайте. Ученым. Ты была ученым в области авиастроения. Это начало века, можно сказать, 1900 год. Инженер по разработке. Сперва дирижабль, а потом самолеты. Летающие аппараты, которые были разработаны в это время. Какое интересное воплощение. Быть пионером в этом деле в наше время, безусловно, надо было очень много знать для того, чтобы этот путь пройти. Это Франция, а также ты посещала американскую территорию, работая там. Мужчина, женщина, кем Женщиной. Она была? Женщиной. Была семья, дети? Детей не было, семья была также партнером в этом деле. Ученые, да, я сейчас увидел, как они вместе работают над чем-то. И сколько лет она еще прожила? Последний вопрос. Очень увлечена. И да. Они работали очень увлеченно и тесно были связаны в этой жизни. Интерес был общий. Достойно прожили как партнеры. Замечательный опыт. Смерть или же переход? Переход. Души. 72 года покинул биоробот. 72 года. Замечательно. Очень быстро произошло новое воплощение. Благодарю вас, уважаемый Крокус. Вы закончили и можем продолжать? Или вы хотели добавить что-то? Хорошо. Четвертый вопрос. Какой опыт мне еще нужно усвоить, чтобы исцелить свое тело и свободно выражать себя через голос? Подождите секунду. Я поясню по предыдущему вопросу. Реинкарнация. Да, я сказал 1900 год. Это не год рождения, как вы понимаете. Это самое пик развития. Правильно. Пик. Да, да, я понял. То есть она родилась до этого, и, скорее всего, где-то в 30 лет она 900. За 40 лет даже. Все понятно. Благодарю вас и за это разъяснение, уважаемый Крокус. Можем дальше идти? Пожалуйста. Четвертый вопрос. Какой опыт мне еще нужно усвоить, чтобы исцелить свое тело и свободно выражать себя через голос? Я уже говорил, какой опыт ты проходишь сейчас. Я лишь скажу, что поможет тебе, зная это, имея эту информацию. Повторюсь про эмоции. Эмоции должны отпасть, иначе приходит волнение и голосовой аппарат тормозит это волнение, заикаясь. Поэтому старайся держать себя в балансе, чтобы в твоем теле был штиль в области эмоций. Тебе поможет что-то в виде музыки. Старайся петь. Я вижу, как ты работаешь и мурлычешь себе под нос, забывая о своем проблеме в горле. Как только ты вспоминаешь и волнуешься, у тебя приходит порог в произнесении слов и работе голосовой чакры. Пой, можешь без слов, а потом со словами. Со временем ты перестанешь задумываться, и поток будет идти свободно. Еще бы я посоветовал красной энергии Марса раскручивать голосовую чакру вибрациями, поднимая их до определенного количества герц. В твоем случае я бы начал с 32 герц, раскручивая вибрации и удаляя любые помехи. Раскручивая, я говорю образно. Представь себе твою голосовую чакру и добавь туда вибраций, как диск, который расширяется в своем диаметре с увеличением
Количество герц. Начни с 32, и ты увидишь, как комок в горле улетает за границы твоего диска вибраций. Уничтожаются любые помехи. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Крокус. Идем дальше. Пятый вопрос. Какой уровень моего высшего «я»? Твое высшее «я» переходит с 12 на 13 уровень благодаря твоему развитию. Замечательная новость. Не останавливайся. Отлично. Идем дальше? Пожалуйста. Благодарю вас. Сколько у меня было кармических узлов и сколько осталось? 3 кармических узла было. Еще будет 1. Отлично. Седьмой вопрос. На что мне обратить внимание в этом воплощении? Ясновидение, яснослышание. Я не совсем вопрос понимаю. Ясновидение, яснослышание, яснознание тесно связаны между собой. Развиваясь и медитируя, ты со временем поймешь, какой из этих талантов проявляется в большей степени, а также будет зависеть от информации, иногда картинки, иногда информация в виде яснослышания, а иногда ты просто знаешь эту информацию. Главное — понимать, откуда она приходит. Самое лучшее — это чувствовать. Но если ты работаешь в этой системе, в этой теме, ты будешь знать, что связь идет от меня. Если ты еще общаешься с кем-то, например, с высшим «я», или у тебя есть куратор, учитывать запрос, от кого пришла информация. Благодарю. Там пропало слово насчет после высшего «я». Учителя, кураторы. Да. Делать запрос, от кого идет информация. Да, делать запрос, от кого идет информация, если вы хотите чистоту информации, но нужно понимать, с кем вы работаете. Поэтому и мы снимаем. Точно знать, что это высшее «я», твой учитель или твой куратор. Ну вот мы и ответили на вопрос, почему мы все проверяем. Вот, снимаются все маски и голограммы, чтобы не попасть просто в такую ситуацию сложной информации. Это не был вопрос. Не было, безусловно. Благодарю вас, Крокус. Идем дальше. Это было мое, так сказать, положительное удивление. Мне очень приятно было увидеть, что маски и голограммы до сих пор снимаются. И это правильно, старый верный способ. ДНК не спрячешь. Абсолютно верно. Этого еще ни одна цивилизация не смогла, так сказать, этот закон поломать. Он все работает. Работает намерение и сила воли. Это да, безусловно. Это просто инструмент, которым сила воли и намерение могут себя проявлять. Благодарю вас, уважаемый Крокус. Идем дальше. Сейчас, секунду. Сказав про маски и голограммы, я лишь хотел сделать комплимент таким образом о энергии, находящихся в этой комнате. Благодарю вас, я это так и понял. Мы это воспринимаем с благодарностью. Благодарю вас. Продолжай, пожалуйста. Восьмой вопрос. На сеансе дыхания я вижу, что в детстве у меня в руках была золотая сфера, которой я могу лечить людей. Могу ли я вернуть ее? Это неправильный вопрос. Твоя золотая сфера внутри тебя. Это твой стержень, который может иметь разный цвет. Золотой, красный, коричневый, в зависимости от того, чем ты занимаешься. Золотая имеет защиту. Красная – это основная энергия. Все зависит от твоего настроения, развития и эмоциональной составляющей. Ты можешь управлять этим, как лечить, так и выплескивать красную энергию Марса, что немного неприятно по вибрациям для многих других, скажем так, душ и интерферентов, которые сидят в биороботе. Поэтому твои эмоции важны. Твоя сфера с тобой. Благодарю вас. Перехожу к девятому вопросу. Какие практики могут гармонизировать мое тело? Визуализация. Четкое представление распределения энергии
твой стержень посередине, цвета, плотность, вибрации, движение этих энергий, визуализация – это первое, что может гармонизировать, а также настраивать на баланс и гармонию твои тонкие тела, так как ты можешь видеть симметрию, дисгармонию, скопление чужих энергий. Я имел в виду, ты можешь видеть все это, визуализируя. Поэтому первое, что тебе нужно, это научиться визуализации. Дальше наполняться энергиями и поднимать свои вибрации. Видеть это и чувствовать. Это главная точка отчета. Если ты научишься этому, этим простым вещам, тебе откроются новые знания. Следующие пункты. Интересное развитие. Радость от энергии и вибраций, находящихся в балансе, а также знания по использованию своей сферы. Благодарю. Благодарю вас за этот исчерпывающий ответ, уважаемый Крокус. И у меня остался последний, 10-й вопрос. Какие напутствия вы мне дадите? Напутствия я уже объяснил самое главное и первоначальное. Мои напутствия в том, чтобы ты не забывала про свой стержень и не забывала про силу энергии Марса. Имея плохое настроение, ты разбрасываешь энергию, которая может повлиять на тех, кто рядом, не забывая это. Старайся находиться в балансе и прочувствуй энергии, наполняющие тебя, и энергии, которые вокруг тебя. Я вижу, как ты можешь чувствовать их плотность. Для тебя это легко, потому что твои вибрации на определенном уровне. Сжатость воздуха ты можешь чувствовать. Развивай в себе это. Поднимай свои вибрации, особенно в горловой чакре, как я уже сказал. Это самое основное. Вы закончили? Да. Я благодарю вас, уважаемый Крокус. Остались заключительные слова. Еще раз большое спасибо всем в этом зале. Спасибо Крокусу за ответы. Любовь и благодарность всем. Я принимаю твою благодарность и чувствую, что она идет из глубины души. А также благодарю вас за эту прекрасную встречу и возможность мне ответить на интересующие вопросы. Я так понимаю, что это были основные вопросы, тревожащие душу. На настоящий момент, я полагаю, эти вопросы ее больше всего беспокоили, интересовали, скажем так. Благодарю вас за возможность удовлетворить ее интерес. Уважаемый Крокус, вы не позволите вам задать один вопрос, не связанный с этими вопросами? И я думаю, Яне тоже было бы интересно узнать, а как выглядят представители Марса? Я немного не понимаю твой вопрос. Мы встречались... В данный момент я выгляжу как мужчина, чтобы вам удобно было верно меня представить. Мои энергии я могу выглядеть как энергии красноватого цвета. Благодарю вас. Почему я спрашиваю? Например, мы общались с арктурианцами и с другими цивилизациями. Там были очень высокие представители, не менее 3 метров. Я поэтому спрашиваю, как нам приблизительно представлять вас. Вы такого же роста, как наши земные биороботы или выше нас. Я понял, вы можете любой энергия принять любой образ. Но когда вы живете в своей среде, как вы выглядите? Как энергия? О, сейчас мне понятен вопрос. Благодарю вас. Да, мы выглядим как энергия. Как энергия, которая можно подсвечивать, так сказать, насыщать и исчезать. Мы можем контролировать свое появление и исчезновение. Как бы это объяснить? Мы можем контролировать свою плотность. Мне понятно. Тогда я ответил на твой вопрос. Безусловно. Не сочтите это праздным любопытством, уважаемый Крокус. Это для нашего общего развития. Я думаю, Яне тоже было бы... Приятен интерес к жителям Марса. Да, нам тоже очень приятно. И вы знаете, насколько мы продвинулись в этом интересе.
Мы все ищем жизнь на Марсе. Это я неправильно сказал. Жителей на Марсе много и разных. Очень много колоний вокруг Марса созданных. Но изначальные души Марса – это то, что я описал сейчас. Вот, изначальные души Марса. Благодарю вас. Уважаемый Крокус, вопроса больше нет. Нашу добрую традицию вы знаете. Позвольте вам преподнести большую корзинку с самыми вкусными, самыми спелыми и сочными ягодами, которые у нас только есть на Земле. 1, 2, 3. И я туда еще кладу 4 баночки самых вкусных сортов меда. Это наши пчелки собирают. Это, по-моему, единственные экологически чистые продукты, которые у нас остались. И мы просим вас принять это на добрые воспоминания. Да, я помню этот подарок. Очень приятно. Я с благодарностью принимаю это. Благодарю вас. Мы точно так же не прощаемся. Если Яна захочет со временем встретиться со своим высшим «Я» и задать ему вопросы по своему развитию или с вами, мы обязательно приглашаем всегда куратора на эту встречу и в таком случае вместе с вами совершим это замечательное путешествие. Если такой запрос будет, мы обязательно еще с вами встретимся. Благодарю вас. И я думаю, я дал исчерпывающую информацию. Вы дали очень... ответил на все вопросы. Вы дали очень четкую информацию, развернутую информацию, и здесь не осталось никаких вопросов. Я благодарю вас как куратора за вашу работу и благодарю как душа за эту встречу от Веры имени, от Яны и от меня. Я даю радость. Я дарю радость Марса и Яне. Пусть это определенное эмоциональное состояние благодати, которое может понять только душа с Марса, прочувствовав родные энергии. Благодарю вас за эту встречу. Благодарю я вас. До скорой встречи, уважаемый Крокус. До скорой встречи. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Яна, вы получили энергию радости Марса. Как вы ее ощущаете? Как пламя с искрами. Замечательно. Вот. Видите, как вы уже хорошо продвинулись, потому что работаете над собой. Нам всегда очень приятны такие моменты. Незабываемые моменты встречи с куратором, как на Земле их называют еще ангелы-хранители. И ваш очень хорошо поработал, да и вы хорошо поработали. А сейчас, Яна, мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии и эмоции перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Яны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте.